Плеханов Андрей Филиппович родился 15 августа 1918 года в селе Покурлей Вольского уезда, ныне Вольского района. Герой Советского Союза, награжден медалью «Золотая звезда», орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, тремя орденами Отечественной войны первой степени, медалью «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены». Однажды в апреле 1945 года самолет Як-9 под командованием капитана Плеханова прикрывали наши наземные войска. Неожиданно пилоты заметили 16 немецких фоке-вульфов, летевших бомбить район расположения советских танков. Ожесточенным был этот неравный бой, принесший победу советским соколам.